Всем привет! Доброе утро! У нас было сегодня вот такое. Я утром, если честно, не снимала. Но это было так красиво, когда проснулся Афонька, бежит сам. Кричит: ты видела? Ты видела, какой у нас снег? Сейчас у нас сколько-то, -1 или -2. В общем, достаточно тепло, и опять пошел снег. А утром была такая даже, как метель, знаете, мело. Классно. Антон Сергеевич. А Антоха сейчас идет искать чернику. В общем, у нас со вчерашнего вечера пропала черника. С утра каждый обошел, уже и на огород я ходила. Даже собак сегодня не выпускали ночью, чтобы... Ну, вчера ночью, да, чтобы чернику не пугали, но не можем ее найти. Ой, это такое солнышко вышло вообще. Такое яркое. Так, все нам осветило. Снежок все равно меленький идет. Что я делаю? Готовлюсь к обеду. Здесь из этого хлебушка сейчас сделаю сухарики. Этот достала из морозилки. Я его вот здесь вот прям под этой лампой. Она, правда, не сильно греет, но все же. Он так быстро размерзается. Я здесь его выкладываю. И он сейчас быстренько разморозится. И супчик вчерашний с чечевицей. Хочу перекипятить. И сделаю сухарики к супу из вот этого хлебушка. Пошли искать чернику. Черника! Пошли еще у нас по двору походим и сходим туда до угла. Тут столько воробушков. Ой, они уже улетают. Ух ты. И поют тут. В общем, ходим, ищем чернику. Черника! Смотрим по следам, где есть кошачьи следы. Я еще мяукаю. С папой, когда приедем, надо туда сходить все-таки. Пошли, пойдем туда. Пошли тогда домой греться. Да нет, там собака, я боюсь. Не, домой пошли, говорю, греться. Сейчас мы туда не пойдем. Это когда с папой идет. Это с папой, да. Потому что как-то непонятно. О, я видела, что лапа нарисована. Ты их же видишь, сколько котиков тут бегает. Не, ну это именно лапка маленькая. Пошли, они у всех маленькие. Пойдем. Давай. Кто у нас в гостях? Поздоровайся. Подожди, давай. Скажи. Ой, ты какой мальчик. Ой. Хоть веселиться, да? А тебе что, пить надо? Скажи, пить. Пить. Да. Я уже все прянички, в общем-то, упаковала. У меня сегодня такие вот классные динозаврики. Для вечеринки. Что еще? Вафельная печать. А здесь еще леденцы и прянички. Так, и тут еще две коробочки.
что в этом такие вот рисованные. Они, конечно, смотрятся эффектнее, они объемные. Вот. И здесь просто один пряник. Вот такой вот. Я тут уже готовлю карбонару. У меня здесь две пачки бекона, большущая луковица. Здесь уже вода сейчас уже кипела и выключилась. Сейчас опять закипит для спагетти. В общем, вот так вот делаю карбонару. Это лук, бекон и еще добавляю сливки, ну, чтобы такое, и сверху посыпаю сыром. И вот такой вот получается. Никаких желтков не кладу, но это может быть неправильная карбонара, но быстро и вкусно. Так, ну что, заканчиваю сегодня влог. Блин, мы все, конечно, в шоке. Я тут даже с таким причесоном, потому что вообще сегодня ничего делать не хочется. У всех болит голова. У Сережи болит голова, у Григория тоже. Чернику мы так и не нашли. Конечно, блин, мы расстроились. Я даже не знаю, насколько могут уходить кошки. Там далеко, недалеко. Но у нее, знаете, помимо там цвета просто черного, у нее же еще особенность, что у нее хвост лежит на спине, когда она ходит. В общем, завтра продолжим поиски. Обошли весь хутор. В общем, не знаю, завтра еще пойдем. Но мы там, ну вот те люди, которые по этой улице, мы им сказали, что у нас пропала кошка. На других улицах мы ничего не говорили, ходили, звали. В общем, никакого результата. Так что пока вот так вот. Завтра пойдем искать. Не знаю, напишите, у вас пропадали кошки. Если пропадали, то возвращались ли вообще? Что мы думаем, она просто достаточно такая трусливая. И далеко она вообще не уходила. То есть это она же не первый раз была на улице. Она выходит на улицу, гуляет там, но далеко никуда не бегала. Мы думаем, может быть, ее кто-то напугал. Вот. Я сегодня по колено вообще была в снегу. Как-то снег мел. А так была такая мини-метель, что я когда с утра пошла в соседний двор искать ее, а там даже через двор, получается, там, ну, сейчас там дачники живут, то есть сейчас там никого нету. И там в одном месте столько снега намело именно метелью. Я прям вступаю и понимаю, что чуть ли не по колено провалилась. Вот. И, в общем, как-то так, грустные новости. Ну, завтра продолжим поиски. Так что все, на сегодня все. Всем огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Все, всех люблю, надеюсь на лучшее. Прям скрестила пальцы и вообще мечтаю о том, чтобы черника вернулась. Гришка переживает очень. Сережа вообще, он настолько ее любит, что ночью вставал и ходил, ее звал. В общем, все переживают, все ее ждут, блин. Ну все, всем пока.